Поздравляем! Бестселлер года. Комплект постельного белья «Нежный ажур», который каждый раз, появляясь в прямом эфире, заканчивается в первую очередь. Сезон юбилеев, дней рождений, свадебный сезон. И как раз то самое время, чтобы обновить свое постельное белье. Юлия Колосова, наша красавица и фея рубрики «Дом» представляет эту коллекцию. Лена, как мне приятно представлять эксклюзивные, брендовые, капсульные коллекции. Ведь вы понимаете, что такое украшение для дома будет только у вас. Возможно, в своем регионе вы вообще будете или в окружении своим единственной обладательницей капсульной коллекции авторских комплектов постельного белья от художников бренда Protex. Ощущение, что здесь поработали венецианские мастерицы. Прямо на коклюшках сплели нам роскошное кружево и положили поверх хлопкового полотна. Нежность, изысканность, благородная спальня, а главное, эксклюзивная. Поэтому сегодняшнее предложение, конечно, выберут многие, и многие возьмут на подарок, я уверена. Конечно, мы говорим о лете и о летнем сне, и поэтому выбираем лучшие ткани. Protex на своем высококачественном оборудовании делает лучшую бязь в России, одно из лучших производств вообще на российском рынке именно у бренда Protex. Мягкая, нежная, прочная бязь, выполнено все по ГОСТу. Это значит хорошая плотность, идеальный уровень прокраса и шикарные швы, которые тоже мы сразу сейчас с вами посмотрим, обеспечивают долговечность постельного белья. Долгие годы оно будет служить вам верой и правдой. 8, 10, а у кого-то и 15 лет. Вы только представьте, 15 лет качества. А это значит, комплекты постельного белья будут служить годами. И, конечно, эмоции, воспоминания. Самое главное, внимание. У нас есть с вами два цвета. Это фиолетовый, такой лавандовый, сиреневый оттенок, который очень приятно, благотворно влияет на нашу нервную систему. А какой еще, Юлечка? А есть базовый. Я без базовых оттенков никогда не оставляю наших дорогих зрителей, потому что это самый понятный, универсальный, мягкий оттенок, который хорошо вписывается к любому типу корпусной мебели. То есть такой оттенок очень многие берут на подарки, а не только себе, потому что он действительно интегрируется в ваше оформление очень хорошо. Так, посмотрим, ведь это еще не все секреты. Конечно, тем более подождите, у нас сегодня есть предложение в размере полутораспальный, двухспальный, евросемейный, но это супер предложение, еще и делим на два, потому что у нас фактически как двухсторонний комплект. Конечно, и вы просто, перевернув пододеяльник, видите свою спальню обновленной. Ну, очень хорошо, что размерная линия богатая. Конечно, тем более цены от 1299 рублей до 2099. И для новых телезрителей по промокоду «Друг». И есть доставка бесплатная на свой первый заказ. Присоединяйтесь, становитесь друзьями телеканала «Шопинг Шоу». Итак, целый год абсолютный бестселлер. Все знают, все любят, звонят и говорят, нам, пожалуйста, вот этот нежный ажур, который обожает. И я вспоминаю, знаете, вот с трепетом, когда в первый раз я зашла в рубрику к Юлии Колосовой, был этот именно комплект постельного белья в шоколадном цвете, нежный ажур, и я говорю, Юля, знаешь, я вспоминаю свое детство, потому что у бабушки не было таких красивых комплектов. И она что делала? Она кружевом укрывала подушки, укрывала, чтобы это было красиво. Вот знаете, вот это ощущение, как ручная работа у нас сейчас. Правда? Вспоминаете? Леночка, конечно, прямая ассоциация с нежной, а красиво, убрано, опрятно, постелью. Мне очень нравится здесь, как исполнен рисунок. Он не просто кружевной, он с эффектом 3D, как будто кружево действительно лежит поверх полотна. Показала кружево на постели первый раз маркиза Помпадур. Ну, это исторически так, да, сложилось. Кружево украшала знать, я имею в виду знатные дома, да, их постели, их будуары. И, конечно, это всегда выглядит сногсшибательно, красиво, привлекательно. Но знаете, когда речь идет об эксклюзивной коллекции, капсульной, художественной, мы говорим о том, что здесь 50% ручного труда. Изначально коллекция художниками бренда Protex создавалась вручную. Задумка, естественно, да, воплощение, энергетика рисунка. А потом уже подбирались оттенки, которые у бренда тоже эксклюзивные, и уже ложились на хлопок на высококачественном печатном оборудовании. Что у нас есть еще? А давай мы немножко просто вот так приоткроем завесу Ой, тайны. Как красиво. Да, здесь у нас с вами есть еще один секрет, который поможет вам белье подарить со смыслом. Здесь у нас с вами изображен на оборотной стороне ткань-компаньон с клевером, четырехлистником. Вера, надежда, любовь и удача. Очень красивая символика у белья. Не только внешний вид разный, но и эстетика, сама вот энергетика белья очень хорошая. Поэтому дарите комплекты, их все у нас берут
по два, по три, чтобы взять и на подарки в том числе. Это обязательно, тем более не стыдно. Такой брендовый комплект на подарок на долгие годы обязательно выбирайте. Еще раз напоминаем, полутораспальный, двухспальный, евро и семейный. Юлечка, но я что, на что обратила внимание? Здесь бязь наиболее мягкая, она прям такая, как шелковистая. Она другая или там вот другая степень, не знаю, очистки, волокна? Расскажи, что... Конечно, технологии меняются. Сама бязь известна в России с 18 века, и технологии, безусловно, менялись, усовершенствовались. Здесь 100% хлопок для дыхания вашей кожи, для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо во время изменчивой летней погоды, влажной, либо слишком жаркой. Здесь будет все комфортно. А вот с точки зрения прикосновений, действительно, бязь и прочная, и мягкая одновременно. Так, а у нас еще вопросы, подождите. Так. Давайте вопросы, уважаемые продюсеры. Елена Дмитриевна из Нижневартовска спрашивает. Обычно бязь жестковата, приходится стирать несколько раз. Но я слышала, что она бывает разная. От чего зависит мягкость бязи? А вот как раз, да, как раз мягкость бязи зависит от того, какую технологию использует производитель. Бренд Protex использует высококачественное сырье и на своем высокотехнологичном оборудовании делает бязь класса комфорт. У нее увеличенная плотность, окошечек меньше, она не рыхлая, а именно мягкая, тактильно. Вам приятно будет, вы будете получать расслабляющие такие, тактильные, хорошие, релаксирующие ощущения. Поэтому на этом комплекте, ну, спят счастливые люди. Конечно, тем более, знаешь, мне кажется, как традиции хлеб-соль встречать молодых, так и традиции дарить любимым людям именно комплекты постельного белья. У нас впереди День семьи, любви и верности, 8 июля, да? Да, в принципе, можно не привязываться к праздникам. Любимые комплектные, в них и спится по-другому, и бессонницы нет. А главное, они у нас такими ценами и качественные. Шикарное качество. Конечно, это по ГОСТу, это фабричный текстиль, а это долговечность вашего белья. Стираем мы такую бязь при температуре до 60 градусов. Светлые оттенки можно постирать и на более высокой температуре. И они сохранят и свою прочность, и свой цвет, и идеально ровные швы. Выбирайте качество, выбирайте бренд Protex и эксклюзивную коллекцию «Нежный ожог». Мы вас обожаем. Самые лучшие предложения у нас в рубрике «Дом» вы не пожалеете. Супер цена со скидкой 60% на «Нежный ожог».